Всем привет! Сегодня мы рассмотрим мини-фигурки военных. Поехали! Итак, в этом пакетике должно быть 6 мини-фигурок военных, которые я заказывал. Пакетик я уже чуть-чуть подрезал, так что осталось только их вытащить. Так, эти мини-фигурки должны быть в коробках. Но, как видите, коробки были в развернутом виде, наверное, чтобы они не помялись. Все, что было в посылке, я собрал. Давайте все посмотрим. И сперва начнем с коробочек. И вот он первый наш военный. Вот его обмундирование. Вот так выглядит вторая коробочка. Это у нас пулеметчик. Вот все его оружие. Вот третья мини-фигурка, это снайпер. Четвертый, это у нас штурмовик. Пятый, это что-то вроде штурмовика и снайпера вместе взятых. И последняя коробка, это штурмовик с дробовиком. А что касается самих мини-фигурок, то они меня немного разочаровали. Потому что качество у них не очень. Я бы даже сказал, очень не очень. Итак, что же в них такого плохого? Ведь на вид они выглядят более-менее ничего. У всех этих фигурок очень некачественно выполнены элементы. Например, у этой правая рука слишком расхлябана, а левую, наоборот, не сдвинешь с места. А также у них отваливаются задняя часть. Что мне понравилось в этих мини-фигурках, так это их броня и вот этот вот пояс. Я попробую их снять и надеть на мини-фигурки от Лего. Мне кажется, смотреться будет прикольно. У всех этих 6 мини-фигурок есть разные виды шапок и разные лица, но типов брони всего 2. Первый вид брони выглядит вот так. Сзади у него нет рюкзака, и весь он покрыт маскировочной краской. У второго типа брони сзади есть небольшой рюкзачок, который можно снять. А спереди эти два типа брони отличаются лишь количеством кармашек. За что реально можно купить этот набор, так это за его оружие. Вы только посмотрите на количество разного оружия в этом наборе. Я планирую разделить это видео на 2 части. И в следующей части мы посмотрим каждое оружие по отдельности, а также сравним их с Брикармсом. И проверим на мини-фигурке от Лего все аксессуары из этого набора. А пока что на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.